Всем привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы играем в ресторан. Сделай свой ресторан. Так, хей, Кирилл, канал 0. Welcome to my ресторан. Здравствуй, приветствую тебя в моем ресторане. Так, что дальше там делать? Данность с заказом пуста. Что еще нужно? А мне нужно сходить в этот... Я не пойму, что делать-то мне. Да я не могу выйти. А, мне нужно забрать. Посуду. Что ты дальше от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? Я не могу выйти. Что ты еще от меня хочешь? Пустая, я не пойму. А, вот персонал. Ой, я могу нанять одного. Я выбрала. А я тоже выбрала. Так что вы хотите? А вы что хотите? Да ё-моё. Здравствуйте, персонал! А вы добрый? Не говорите такое. Девушка. Так, ё-просто. Кто? Мне это до хереши заказов. Так. Так. Бежим. Жарим яичницу. Дальше идем. Вот это тоже жарим. Давай быстрее. Мне тут клиенты ждут. Твою же мать. Что ж так много? Так, что это? Так, можно брать еду? Так, кому еду? Кому? А, это ты же тащишь. Точно, забыл. Так, что тоже яичницу. Подождите чуть-чуть. А, твою мать, что ты взял? Ага. Так, что, иди бери там что-нибудь. Я вообще ничего не буду успеваю. Нужно повара нанимать. Подожди, а если я найму повара, то что мне делать? Я повара не хочу нанимать. Жарим еду. Как вам с этим наш... Охуй! Так, спасибо за чаевые. Как ваша наша еда? А, ну, вкусная. Спасибо. А почему вы, кстати, одинаковые? Ты что, тупая, мы близняшки. А, понятно. Спасибо. Так, что вы хотите? Почему вас опять одинаковые? Так, сейчас подождите чуть-чуть. Так, жарим. Так, кому? Вами? Или кому? Вам или вами? А вот вами. Иду я тоже к вам, да. Что там тут? А, тут еще вот кто-то приезжает заказом. Две пиццы за раз. Чего? Подождите чуть-чуть.
машине успеваю. Что ты не делаешь ничего? Нате, жрите, падла. Жрите. Жрите, падлы. Так, кому жрачка? Это чья это жрачка? На, забирай, падла. Почему этим должен я заниматься? Еще приперли. Да ё-моё, сколько можно? Вам. Проходите, садитесь на вот этот столик, у нас уже мест мало. Так, выбирайте свой заказ. Выбирайте. Так, что ж мне выбрать? У вас есть квас? Какой квас? Нету. Все, идите на... Да почему меня все посылают сюда? Так, вот. Сюда. Что у вас тут? Жрать еще? Жрите. Давайте. О, приготовилась. Так, кому это? Это чья еда? Это чья еда? А, я ее... Твоя жрачка, забирай. О, тут еще достаточно. Я могу нанять персонала, я могу нанять вот этого повара. Вот этого повара. Пока схожу в магазин. Так, что я могу купить? А, я ничего не могу купить точно. Ой. Так, Кирилл, да. Что за повары такие? Пойду стать приготовить. Жрите, падла, жрите. Что это вот такое? А, чистить. Чистить и репортироваться. Деньги. Деньги, деньги мне нужны, конечно же, чаевые. Стулья, пойду в магазин уже посмотрю, что там деньги. Нифига, какой богатенький пришел. Для него нужно особо ягоды готовить. Так, повар, иди нахрен, ягоды. Что вы хотите? Выбирайте быстрее. Я мажор. Так. Я выберу. А вы довольны обедом? Довольны обедом. О, деньги. Деньги. Магазина
посмотрю, что тут продают. Это все за робоксы. А во. Так, что я могу еще купить? Прямикопми 40. Так, возьму, у вас недостаточно, чтобы купить их. Я не понял. А, они 40 тысяч стоят, точно. Вообще, мне не хватает больше. Нихрена он денег оставил. Я уже говорила, много денег оставил. Так, мебель, что я купил? Так, что сюда? О, нет, не сюда. Как его удалить? Вот сюда поставим. Ладно, сюда поставим. Сюда поставим вот этот столик. А, нет, я не хочу эту ресторан закрывать. Так, давайте подрешу что-нибудь купить. Так, что же я могу купить? Да. А, я могу к этому. Покупаем. Купить даже такой. Блин, за 800 робоксов. Жалко. А так хотелось. Можно второй этаж купить. Так, здравствуйте. Я тут купил лучше. А, буду садить. Тут пока персонал без меня справляется с оборудованием. Пойду посмотрю пока, что это за оборудование могу купить. А, вот какое. За 1000 рублей не хватает. Какие предметы я могу продать? Так, ладно. Что я могу на втором этаже купить? На втором этаже, наверное, ничего, да? Короче, я пошел. Как повернуть-то? А как поворачивать? Ладно, вот так вот. А как поворачивать? Ладно, вот так поставишь. О, жрёте уже на этом столике? О, ещё денежки. Ой, еще денежки. Вот еще одна каша станет. Капец. Пошло тут у меня народу. Скоро будет как второй левел. Чучок встал, давай работай. Кому давать-то? А, вот кому. Держите, поешьте. Вот. Спасибо. Ну нет. Интересно, тут есть пэты? Так что еще хотел купить? Столик. Для вот этого.
еще на 400 можно купить этот Робокс. Это уже понятно. Опа. Там не... Какой он дорогой. Поебали, все такое дорогое. Ладно, я куплю пока вот этот столик. Потом приду, куплю шарики. Ставим. О, тут дофигища денег. Тут дофигища просто денег. Зачем я вообще это не плачу? Как его? О, здравствуйте, вы пришли. Здравствуйте, я пришел вашу ебану. Да не на, хватит. Мне нравится не ходить. Буду копить на шарик. Да иди ты со своими шариками. Раньше. Даже за вас даже не кирюсь. Так. О, жрачка, жрачка. Кому? 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 Кого? Так. Народ у меня попёр. Ну, пришёл бы этот мажорик, и он не заплатил. Так, сколько там стоят шарики? Я так... О, мне как раз 700. Ну, наверное, не хватит мне на шарики. Вон шарики. 750 надо. Жалко. Я осталось совсем немножко, я могу купить шарики. Что это было? Что это было? Что-то было. О, все, мне хватает. Мажора нету. Мажора нету. Ну, понятно. Я могу идти купить себе шарики. Что я купила? Так, куда мне поставить шарики? Я поставлю шарики вот сюда. Красота. Деньги оставляю. Как это классно. Кстати, мне нужно сейчас взять тарелку. Я появился. Я прям тыкнул так, чтобы я деньги взял. О, еще много еды добавили нам. Шельцет нам добавили. Хот-доги, я не знаю, как, что это такое. Я знаю, что это, я не помню, что это. Крекер вроде. Не знаю. Не помню. О, 1000. Могу что-нибудь купить. Что ж я могу купить? Что же я могу купить?
один из трубоксов. Какие-то цены. Ой, я хочу вот этого купить. Он раз классный. Просто классный вот. А, я вроде заходил в эту школу. Вроде там такая же заставка была. Так, что, мажорика нет? Печально. Так, я вот сюда поставлю, вот сюда, вот поставлю. А как его поворачивать? Как его управлять? Я поставлю вот так. Вот тут, сюда. Такого. Что, вкусно получилось? Да нихера. А-а-а!